sono. Thank you.
Начинаю концерт с этого, но позвольте мне еще раз повториться. Спасибо, что именно сегодня вы пришли сюда и предпочли меня всем своим делам. Вот, огромное спасибо. Давайте мы просто начнем. Следующая песня избавляет от проблем. Называется она Bubble Trouble. Написана она была нами для того, чтобы вы просто понимали, что все ваши проблемы однажды лопнут, как мыльный пузырь. С Богом. Green grass, touch me down.
следующую песню, если не... Ну что ж, давайте играть Back to the Black Краснодар. Называется. You're with me and you.
time. Ta-ta-ta-ta. Gonna waste my time. Названием «Пиу», потому что она начинается с «Пиу». Вот, вы услышите это, когда это прозвучит. Мы немножечко поменяли в процессе песни слова песни, и теперь она совершенно другой. Получилось как-то так. Вот. Наверное, про возможность выбора, про возможность человека, про наши пути, дорожки жизненные. Вот. И как бы почти что лозунгами звучат там некоторые реплики. Но вы не пугайтесь. Я понимаю, что вы все равно не понимаете по-английски. Вот. Но я очень постараюсь мимикой донести, о чем же я. Спасибо, друзья. Кстати, вы можете иногда хлопать, это не возбраняется, вас за это здесь резать не будут. Спасибо. Thank you.
потому что она про меня. Ну, как бы все песни почти что про меня. Вот, но это особенно для меня актуально, она про время и про то, что мы не успеваем. Мы все время бежим, мы двигаемся, и мы не успеваем жить. И мы не успеваем подумать, остановиться о чем-то. Мы не успеваем сказать своим близким спасибо. Ну, в общем-то, мы вообще ничего не успеваем. Вот. Хотя я так люблю раздавать советы и говорить, да не нужно успевать, нужно просто жить там, и все в этом духе. На меня почему-то эти советы совсем не работают. Вот. Песня такая откровение о том, что нужно взять просто глубокий вдох и попробовать жить с Божьей помощью. Там будет небольшая зарисовка о том, как мы торопимся на работу, о том, как мы спешим и печатаем на печатной машинке. Вот, поэтому те, кто не поймут, что я делаю, не пугайтесь. Очень часто люди не понимают, что я делаю и что я говорю в частности. Вот, давайте, собственно. Sometimes I know it's hard, trying to get up in the morning, yeah. I know it's hard, trying to get up in the morning, yeah. You need time to get away, free your mind and fly. Thank you.
Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Ура.
Ганю, ну надо же нам все-таки, да? Thank you.
I'm not afraid to die.
у нас запланировано. Я делаю вид, понимаете? Окей, с кем запланировала? Выходите на сцену. Следующая песня состоится при помощи моих учеников. Вот, это их дебют, поэтому не серчайте строго, просто получайте. Не сидите совсем. Все расположились на сцене. Так, я называю подряд имена. Хосе, удивительный мужчина в рубашке. Любовь, удивительная женщина в очках. Дарья и Ирина. Спасибо. Дайте микрофон. А можно включить микрофон? Я понимаю, что вы не хотите, чтобы они пели. Можно еще раз создать? Так. Ну и что? Попробуем. Хлопать надо, как вот Давид сейчас покажет. Thank you.
Хватит. У нас серьезное мероприятие, в конце концов. Четверг. Завтра не праздничный день. А, шутки шутками. А следующая песня, мне бы хотелось вам объяснить, о чем она. А, сейчас я просто найду дословный перевод. А, песня написана на слова Евтушенко людям. А, она о том, что люди уходят из нашей жизни. Но мы, по сути, ничего о них не знаем. И вот он сравнивает их жизни с историями планет. И каждая из них разная, своя. И там есть такие нотки, очень похожие где-то даже на Прокофьева, наверное, да? На Рахманинова, может быть, да. Спасибо, подсказка из зала, защита. Вот. Просто чувствуйте, а я очень постараюсь передать все, что я думаю. Спасибо вам большое. Time.
That's the simple best way. And then I'll return. There in love's world we can never be reborn. Thank you.
на фоне на посуде было не видно, но он делает всю музыку просто на сцене. Давид Сагуманян сегодня с нами на сцене на барабане. И Борис Ахметов на гитаре. Меня зовут Альбом, мы вместе называем Circle Crowd. Мы сейчас позволим себе еще одну песню не нашего производства, скажем так. Неожиданный выбор по одной причине. Потому что эту песню очень любит наш директор. Наша жизнь и душа. Райчик Джан, это дорога для тебя, слушай. Thank you.
обязательно, судя по вашему настроению, вы это ждете, поэтому вы это собираете. Thank you.
Любимые и счастливые. Спасибо. Улыбайтесь шире. Пока!